Всем привет, дорогие друзья! Я хочу вам поведать одну историю. Как видите, московский метрополитен. Я не знаю, как в Нью-Йорке, но в московском метро движением управляет сам Господь. Был у меня такой случай. Пару лет назад еду я, значит, на станцию улица 1905 года. Таганско-Краснопресненская линия. Но выхожу почему-то на одну станцию раньше. Я спешил на встречу с легендарной женщиной-психотерапевтом. Человек, я пунктуальный, терпеть не могу опаздывать. Ни свои опоздания, ни ближние, когда опаздывают, попадают в мой молитвенный черный список. И, в общем, я выхожу на станцию раньше и уже поднимаюсь по эскалатору. До меня доходит, что что-то здесь не то. Когда я узнаю, я злюсь, спускаюсь обратно, молюсь, думаю, в чем дело, что такое. И как только я заношу ногу, чтобы уже сойти с эскалатора, в этот момент поднимаю глаза, и на меня буквально в объятия с изящностью фламинго и с трагичностью Чайковского лебедя падает на меня моя другиня, сестра во Христе Лиза. Смотрю, отвожу ее в сторону, руки трясутся, бледная, что случилось? Поднимаемся, зеленый чай, в кафешку заходим, небольшая братская реанимация, и пошла исповедь сестринская. Оказывается, она по той же ветке двигается на конечную, на станцию планерная, встречать курьера. Деньги взяла, все с собой, и в этот момент что-то у нее случилось с давлением. Она поняла, что теряет сознание, еле-еле доковыляла и прямо по расчетному времени совершила аварийную посадку прямо на меня в тот момент, когда я сходил с эскалатора. Ну вот, поехали мы потом с Лизой домой, не пошел я на свою встречу. Обратно уже возвращался и понимал, что Всевышний царствует над... владычествует над царством человеческим и дает ее кому хочет. И возвращался я уже со словами из Псалма 5-го. «Путеводи меня, Господи, в правде Твоей. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Аминь».